почти 165 миллионов квадратных метров материала выработает в нынешнем году Кораблинский комбинат шелковой ткани Рязанской области. Это будет достигнуто за счет реконструкции и технического перевооружения предприятия. При этом предусматривается соединить высокую производительность труда с высоким качеством продукции. Когда будет полностью заменен станочный парк, предприятие сможет обновить и ассортимент продукции. В начале 10-й пятилетки мы закончили техническое перевооружение прядиного производства и приступили к перевооружению ткацкого и отделочного производства. Установка новых станков позволила выпускать ткань шириной 150 см при ранее выпускаемой 100 см. Улучшилось качество выпускаемой продукции, и сейчас мы маркируем 4 артикула выпускаемого ассортимента государственным знаком качества.